поблагодарить Наталью и Елену за то, что вы сделали этот курс, потому что в условиях того, что это онлайн-курс и что это первый шар, он получился, по-моему, не на 100, а на все там 150%. Мне всегда ценно, когда какой-то курс, какая-то информация, она многослойна. И с одной стороны, буквально там при первом прослушивании первого же блока, у тебя уже включается лампочка, какое-то происходит там озарение или какое-то, ты видишь, пусть небольшой, но классный там какой-то инструмент, который ты можешь использовать, когда ты начинаешь больше понимать и так далее. Да? То есть это буквально вот этот сразу первый слой. И здесь курс Натальи, он настолько насыщен информацией, которая сжата, но при этом вот это как упаковка, которую можно еще распаковывать и распаковывать. Вот. И плюс еще, конечно, применять практически, это будет совершенно уже другой уровень глубины и понимания на кончиках пальцев, но плюс этого курса, он, безусловно, в том, что Наталья сопровождает буквально с вот самого первого момента, да, и очень внимательно, детально ведет затем на протяжении вот всех этих двух месяцев, поэтому чувствуется отдача, чувствуется энергия, чувствуется обратная связь, и это восполняет какой-то недостаток живого общения на живом курсе. Вот. Наталья заряжает своей любовью, своей энергией, своим настолько человеколюбивым отношением, в принципе, в глобальном смысле, не только к детям, но и к нам, к участникам. Вот. И это подкупает, и ты, в общем, понимаешь, что ты хочешь действительно вот стараться, углубляться, видеть, понимать. И я не могу сказать, что я, например, сейчас у меня есть потребность, чтобы становиться специалистом по сенсорной интеграции. Но у меня точно, как у родителей, как у Монтессори педагога, есть потребность в том, чтобы видеть больше, понимать лучше детей, которые приходят, своих детей, детей в классе и группе, и это можно получить на курсе 100%. Ну, а плюс еще, да, вот есть вот это направление, которое Наталья дает, в котором можно углубляться. И это прекрасно, вот, поэтому я благодарю за этот курс и готова продолжать быть с вами во всех возможных форматах, которые последуют.